Всех интересует судьба голодного дедушки, который лежал здесь 3 дня без еды. Как жизнь? Вань, а что вообще кушал сегодня? Ничего. Давай. У тебя живот он урчит, есть он хочет. Да ну. Угощайся. Не хочу я есть. Привык к этому? Наверное. Жизнь свою не хочешь изменить? Как? Ну ты вообще о какой жизни мечтал? О такой или о чем-то другом мечтал? Да я не знаю сам. Ну хотя бы там ради детей и внуков увидеть. Да и желательно, конечно. Крепко бы обнял, если увидел. К сожалению, друзья, это наша была последняя встреча с дядей Леней. И его встреча с детьми уже никогда не состоится. Дядя Леня умер от голода в декабре.